Рион? Нарушитель у ворот. Нарушитель у ворот. Приступить к третьему основному уровню безопасности. Лилия! Где ты? Лилия! Где-то здесь находится оружие. Или чего-то подобного. Там. Рион! Пытайся. Хорошо. Идем на следующий этаж.
Ты слышишь меня? Это наш единственный шанс добраться до ладони Бога. Да, я тебя слышу.
Так, программа, которая так пугает мать, скрыта под этим прекрасным личиком. Кто ты? Какая разница, все равно ты умрешь. Ах, как болит голова. Кто-то посылает мне мощные телепатические сигналы. Болит, да. Все пройдет, когда наступит смерть. Ты галлюцинации. Мне нужно только закрыть сознание, и ты исчезнешь. Я чувствую, что в этой башне присутствуют галерианы и не очень сильные. Ты не настоящий, ты просто галлюцинация. Мне нужно закрыть мое сознание, и ты исчезнешь. Я чувствую, в этой башне присутствуют галерианы и не очень сильные.
Рейнхард, как же так? Я видел, как ты умер. Доти заставляла меня принимать наркотики агрессивности. Это ты, Вин, только ты. Нет. Не разыгрывай меня. Ты пытаешься обмануть меня. Рейнхард мертв. Это только иллюзия, чтобы сбить меня с толку. Я знаю, что делать. Сейчас я посмотрю, кто прячется за этим. Не подходи близко к своей маме. Держись подальше. Это был я? Не может быть. Thank you.
Я не могу ее найти. Рита? Сначала Рейнхард, потом ты. Ты не одурачишь меня, потому что я знаю, что ты тоже галлюцинация. Рион, подожди, не подходи ближе, тебя убьют. Ты не настоящая, и я не стану слушать тебя. Рион, мать очень опасна, она убьет тебя тоже. Прощай, Рита. Слышишь меня?
Только у этого нет имени. Так ты Рион. Кто ты? Я Кейн. Кстати, очень похож на тебя. В некотором роде я твой брат. Вижу, ты удивлен, что мы очень похожи. Черт, что происходит? Хе, ты мой младший брат. Я настоящий Рион. Именно тот Рион, который много лет жил в городе Микеланджело. Теперь я вижу, твоя уверенность немного пропала. Ты врешь. Ты знаешь, что мы не были рождены. Мать создала нас. Наша память содержит программу «Вирус». Я имплантирован в твое сознание, поэтому ты похож на меня. Ты должен был найти Лилию. Ха-ха. Неужели ты думал, что сможешь сбежать отсюда в изолированный мир? Нет, не может быть. Я совершенно уверен, что я существую. Ха-ха. Если так, тогда откуда берется у нас сила? Ты об этом не думал? Кто твои настоящие родители? Ты скажешь, что ты все помнишь. А ты уверен, что воспоминания настоящие? На самом деле, ты галериан такой же, как и все мы. Рита, Рейнхард, Бердмен. У всех одна судьба. Он лжет, Рион. Они опять пытаются тебя обмануть. Правда в том, что именно я хотел найти Лилию, но мать выбрала тебя вместо меня. Это обидно. Все же у матери всегда есть свои причины. Ты был рожден, чтобы найти Лилию, а я был рожден, чтобы убить тебя. Мы живем, чтобы служить матери. Мы должны подчиняться программе матери. Теперь твоя очередь умереть. Ah!
Я больше не могу ударить тебя. Кейн! Так что ты будешь делать? Убьешь мать? Ха! Когда я пробовал принимать решение, мать всегда ругала и говорила, что дети не должны ничего сами решать. Прощай, Рион. Рион! Если настоящий мертв, то кто же я? Я не верю этому. Рион, это ты. Помнишь, как мы играли вместе? Не знаю, было ли это на самом деле. Что, если я Галериан? Пойдем, Лилия, пойдем, повидаем Дороти. Я знаю, что делать. Я хочу видеть мать.
Тревога! Тревога! Нарушитель! Тихо! Добро пожаловать домой, Рион! Я вижу, что ты нашел дочь Паскаля. Молодец! Программа «Вирус», спрятанная в ее мозгу, была единственной вещью, которая когда-либо была для меня угрозой. И теперь ничто не остановит меня. Я приказываю тебе убить ее. Почему ты медлишь? Убей ее! Думаешь, ты так сильна, что можешь заставить меня убить Лилию? Что? Ты смеешь мне перечить? Я не перечу. Я правда не могу. Рион, не обманывайся воспоминаниями. Они не твои. Я загрузила их в твой мозг из мозга настоящего Риона. Ты Галериан. Я создала тебя. Я твой бог и создатель. Я не знаю, чему верить. Будь послушным мальчиком и слушай свою мать. Даже если я не настоящий Рион, даже если ты действительно создала меня, я не твой раб. Покончим с этим. Ну и что ты будешь делать? Лилия, ты готова? Не делай этого, остановись. Готова. Ты моя самая большая ошибка. Мне не следовало создавать тебя. Не надо было растить тебя. Я приказываю тебе умереть. Это твое единственное спасение. Дороти, остановись! Thank you.
Лилия, передай мне вирус. Остановись, Грион! Не надо! Не надо! Я буду лучше обращаться с тобой! Прощай, мама! Рион, надо уходить отсюда, или мы тоже умрем. Нет, Лилия, иди ты. Нет! Дай мне умереть здесь. Не говори этого. Лилия. Прошу, дай мне умереть. Я не настоящий, Рион. Я умру. Нет, ты настоящий. Ты единственный, Рион. Прошу, пойми это. Спасибо, Лилия. Рион, ты должен пойти со мной. Рион! Рион! Я так рад, что мы встретились. Лилия? О, опять ты? У этого отеля, у заброшенного ресторанчика, общая система отопления. Знаешь, я просто ненавижу это здание. Правильно, активизируй оружие. Я не могу ее вычислить. Она наверняка где-то в другой комнате. Thank you.
Thank you.